Привет, мои подписчики, дубль, ой, вернее, не дубль, а продолжение, часть номер два. Так, сейчас вот мы хотим поговорить о том, вот как я изменилась, потому что, когда вот человека давно не видишь, а со Светланой мы виделись 13 января последний раз. Почему я помню? Потому что у нас с мужем наш юбилей, было сколько лет, я уже не помню, 17 лет, 17 лет совместной жизни, и мы тогда с тобой виделись, и вот получается 3 месяца прошло, и вот когда человека долго не видишь, сразу видно все его изменения. Ну вот, Света, даю тебе слово, вот со стороны, как выглядит теперь Ольга? Она прошла за комплимент. Абатова Матвеева. Ну я ж просто не знаю. Нет, на самом деле, нет, ну здесь все как бы налицо, все видно. Я помню, когда, собственно, были уже твои первые результаты. Я помню, когда я приехала к тебе в гости в январе. Да, вот в январе. И ты вышла ко мне с чашкой кофе, с черной. И мы с тобой сели за стол. Я тогда еще пила кофе, потом. Да. И это была прекрасная дама, около 80 килограмм. Да. Вот, мы с тобой сели за стол, и я тебя опять, я смотрю, Оля пьет черную чашку одну, кофе вторую. Да, кофе пила. И я думаю, так, наверное, надо все-таки опять напомнить, ну вот именно то, что кораллова вода, даже просто вода питьевая. То есть обязательно, то есть кофе, оно забирает и кальций из костей, то есть вымывает, да? Я помню, я даже тогда в воде не так серьезно относилась, а там тебе еще рассказывала, что у меня там по несколько саше бывает болтается, как будто там что-то, ой. Я говорю, я то, что за мной повторять нельзя, в общем, полная противоположность. Была очередная лекция про воду от меня. Да, ты чай пила ромашковый, я пила чай ромашковый, и мы с тобой общались, и ты тогда взяла лист, я говорю, пиши. Mm-hmm. Оля, пиши. Кстати, он у меня есть. И ты стала писать, что ты... В следующий раз моего. Что ты... Что? Буду себя чувствовать хорошо. Обязуешься там пить воду. То есть ты сама себе даешь задачу, цель, что ты будешь... Настроение у меня еще на позитиве не было. Я помню, потому что мы тогда заказали мне грифонию, что Света сказала. Ой, я же говорю, на людей кидалась, потому что мне так хотелось, чтобы челюсти было лучше, чтобы я там пела. И Света говорит, я чувствую, что тебе надо не одну таблетку грифония, понимаешь, пилюлю ты пить? А по две прям. Но я все равно пила по одной, через неделю, кстати, настроение у меня вернулось. Грифония вот такая вещь. Ну и была, конечно, пампушечка такой, да? Да, такая вся. Такая была в халатике в домашнем. Такая тетя во всех местах. Ну, а сейчас, да, но мы как бы все наблюдаем за тобой на твоем канале, и это в нашей группе здоровья. Я очень... Оль, тобой горжусь, рада твоим результатом. Ты умница, молодец, ты очень целеустремленная, ты боец. И я искренне желаю тебе дойти до конца. Но специально я не худела. Это у меня так получилось, я потом расскажу, почему. Но все равно, тем не менее, все мы видим твой замечательный результат. Оль, похудела заметно. Да, очень похудела, ты прям, ну, модель. Помолодела лицо. Лицо, да. Хуже не стало, да? Да, лицо отлично, оно чистенькое, подтянутое. Сейчас, кстати, впереди будет курс коллагена и биломона, что даст тебе действительно такой каркас, тугор, подтяжку лица. Буду еще моложе, когда в следующий раз приедешь. Будешь моложе, да. Летом увидимся обязательно с ним. Звезда и еще раз звезда с большой буквы. Летом с ним продолжение. Понятно. Похудела, лучше стало, правда? Ну и видно и по настроению, правда, что человек другой. Ну и в Ютубе видно, что, правда, и на работу уже устроилась там, и пошла движуха в моей жизни. У тебя уже жизнь была до и после. Да. Вот я помню тебя до Нового года. Видишь, тогда я еще даже ругалась. Ой, то у меня чуть-чуть, видишь, заедает. И сейчас, получается, вот 4 месяца прошло, и ты вот имеешь такие результаты, и здорово, Оль, молодец. Ну еще мне есть к чему стремиться. Большое тебе спасибо, Светлана. Это, кстати, коловады. Сейчас я расскажу, что там я проходила. Видишь, пусть я своими мозгами, ну не скажу, что куриными, но может быть почти, потому что я, кстати, сегодня буквально смотрела кино. Я ж не дура, я просто образованная дура, понимаете, как в этом кино. Реально так оно и есть. Пусть я не все соображала, что там вода, что такое коловады, где какое что-то парафат, какой-то лимфоло у меня. Но что и за что я себя уважаю, и Лёшка, за что мы с тобой молодцы, что мы Свету послушали, и я все равно это пила, вы понимаете? Да, где-то я не понимала, даже сути, не соблюдала питание, питание я вообще не соблюдала, пока у меня это все потом бас, и все это не исчезло.
пусть я не все соображала, что такое Коралмай, насколько я понимаю сейчас, понимаете, глубоко, что такое Калавада. В каждой баночке я понимаю, что за собой несет. Я тогда этого, естественно, ничего не понимала. Это и не надо понимать каждому. Вы просто, как я, прислушайтесь ко мне, к Светлане, и начните делать первые шаги, понимаете? О чем я иногда думаю, для меня это как страшный сон. Если бы до сих пор бы я не услышала тебя, и что было бы со мной? 80 килограмм, это было, я думаю, только лишь начало. Потому что, естественно, суставы бы у меня болели, дальше продолжались бы эти гормональные капельницы, у меня были бы дальше эти депрессии, не было бы работы. Стало бы я это сладкое есть, а где сладкое, там этот, не дай бог, сахарный диабет, потому что чем страшен ревматоидный артрит? Это же не только болезнь суставов, это же там идет внутренние органы, иммунитет снижается, и вот тот, кто болит ревматоидным артритом, бывает выскакивает и дальше, и сахарный диабет, и бывает красная волчанка, люди на себя цепляют, и остеопороз. Да, потому что ревматоидный артрит – это только начало у человека болезни, понимаете? Если бы я человека не услышала бы, я сейчас просто не говорю, что там это подруга, я же вам там кому-то не подруга, там не родственница, просто кому-то, просто вот там случайно знакомая, которая подарила там визиточку, да? Если вы меня не услышите, вы понимаете, что вы можете потерять? А если вы меня услышите, что вы можете приобрести? Потому что я иногда действительно, ну, я человек, я педагог по жизни. Ну, Лёшка, сейчас подожди. И анализирую свое, ну, поведение, мышление, вообще все через анализ живу. Мне иногда реально страшно представить, что могло бы быть, если бы не было бы воды, если бы не было всего бы этого дальше до сих пор. Это же уже получается 8 месяцев, 9 месяц. Фигуры бы не было, ничего бы не было. Так что, понимаете... Учитесь слушать людей, и если даже вы не понимаете, для чего это, как это, вы просто возьмите, купите. И 10 саше для маленькой пробы себе, там 10 дней, кто как там водичку пьет. Сделайте первый шаг для себя, подарите себе здоровье. Сейчас мы прервемся с моей Светланой. Видите, спасибо, не расстояние. И сейчас будет третья часть, что я делала. Давай, Лешка. Пауза.